Отвечать за потери и потеря, провожать, отпевать и по-прежнему верить. Нам сказали тупик и дышать нужно тихо, но пока не привык ты жить так, то есть выход. Нам сказали все ложь, но молчат, где же правда? Ты ее не найдешь, а найдешь и подавно. Ведь ее не поймут, все отвыкли от света. Но зачем же мы тут, и нам не нравится это? Ты как будто попал в кучу уличной драки. Ты упал, ведь не ждал со спины ты атаки. Не вздохнуть, не успеть, клочья снега и неба. Но проснется в тебе тот, кем раньше ты не был. Это все, что ты можешь? Надо просто простить все, что горько, но было. Лишь очнись, оглянись, есть надежда и сила. Есть единственный шанс, он не выпадет снова. Есть те, за кого мы сражаться готовы. Вранья перегной, актуальные темы. Мы одной со страной, кровеносной системы. Это пульсов нас бьет, круче гимна и флага. Наш обратный отсчет за секунду до шага. Я тебя за... Какой он не вождь, просто мальчишка. Если ты уйдешь, я буду рядом. Вы все те, кто на нас уже не делает ставки. Мы ваш продуманный план, свои вносим поправки. Проиграть можно лишь, если веришь ты в это. Мы за секунду до цели, за секунду до света. Путь идет круто вверх, только сильным непросто. Мы все знаем, зачем нам твердить все серьезно. Хватит нам обещать, мы все сделаем сами. Никогда ни по чью дудку мы не плясали. Шептали, что все безнадежно пропало. И слетелись глазеть, ожидая провала. Но пока в честь победы вы пели и пели. Глядите, молодец, молодец. Русские забили. Чтобы тихо было. Я не в теме, ждете наших провалов, зря потратите время. И в какой же вы нас номинал оценили, уже не важно. Русские забили. И в аду, и в раю, на земле, в поднебесье. Мы на самом краю, значит, вечно мы вновь. Значит, дальше предел, вы поверить могли ли? Нет! Русские забили. Будь лишь вера со мной, с ней пробью я все стены. Мы одной со страной, кровеносной системой. И пока нас судили, грязнили, рядили, сюрприз. Русские забили. Когда вернусь, отдашь мне своего дракона. То я уничтожу все, что тебе дорого. Безумие! Вот так. Дайте ему к вам привыкнуть. Легенды гласят, когда земля трясется и извергает потоки лавы, это драконы посылают нам весточку, что они все еще здесь. Ждут, когда мы научимся жить в мире. Да, люди верят, что драконы исчезли, если вообще когда-либо существовали. Но мы на Олухе знаем правду. И сохраним эту тайну до тех времен, когда драконы смогут вернуться в наш мир.